значит, мнение простого человека. Ну как простого человека? Он еврей по национальности, уже не простой. Только этим. Учился в ешиве, можно сказать, даже на раввина, да? Ну, по идее. Вот, поэтому разбираюсь в еврейских законах. А все законы идут от Торы, все законы идут от еврейских законов. И в, закон, и в том числе и законы в международном праве. Вот. Короче, я хочу поговорить с Александром на тему реституции. Йосиф. Йосиф. Йосиф бен Хана. Да. Значит, Йосиф бен Хана, вообще по папе бен, надо говорить. Леви. Да. Значит, источники международных договоров — это Pactus Sunt Servanda. То есть реституция — это незаконно, это собственность, которая была незаконно конфискована советской властью, нацистами, фашистами и прочими тварями. Вот. Должна быть вернута законным владельцам или их наследникам. Значит, хочу сделать такое отступление. Значит, выдающиеся юристы, в международном праве, значит, не, скажем так, значит, согласно израильскому юристу и дипломату Шабтаю Розене, Миша, в 17-м